Так, всем привет, друзья! Перед началом видео хочу попросить подписаться на канал. 60%, 50% где-то смотрят без подписки. Это печально. Если вам нравятся мои видео, подпишитесь, поддержите канал. Мы продолжаем. Меня просили сделать видео по моему главному отряду. Ну и так вообще я покажу, какие у меня есть генералы, что я делаю, как, куда, зачем. Главный отряд у меня Ацетон, Панцирь и Джек. Панцирь именно во второй линии, потому что в первой он начал очень плохо себя вести. После обнов, не помню какой обновы, он начал в первой линии очень плохо себя отыгрывать. Мало дамажит и т.д. Так что пробуйте вторую линию. Во второй линии он меня не подводит. Также давайте я покажу отчет, например. Вот вчера у нас был день войны, у нас на сервере есть день войны. Вот, у Панциря 13 навыков сработало, у Джека 9. У, как его, Ацетона 10. Ацетон вообще, он у нас чисто как бы бафер, он не дамагер, ничего. У него один только навык, и он редко очень прокает. Но дамажит он нормально этим навыком. Но очень редко, прям очень-очень редко. Это 30%, это, считай, 3% всего, ну, грубо говоря. Так, давайте по порядку покажу Ацетона, почему он именно у меня стоит. У него есть такой прикол, что он может уменьшить урон на 25% на первые 4 раунда по вам, которые ударят. Потом и случайной очереди своей стороны входит в режим уклонения. Также он еще может сделать так, чтобы ваши ушли в уклонение. Но это тоже спорная тема, но работает. Также у него, ну, это все как обычно. Если не считать вот эти звезды, то будем считать чистыми, как без звезд. 38% защиты на носителей, 38% атаки на носителей. Здесь он неплохо дамажит, у него 399%, плюс 150% с уровня, это получается уже, грубо говоря, 549% урона он наносит, но шанс очень маленький, 30%. Шанс 30% нанести 549 урона одной случайной вражеской очереди, это, судя по всему, одному случайному вражескому отряду, и уменьшит урон на 30%, если вас будут бить носителями на 2 раунда. Вот, вот так это работает. Дальше у нас идет лидер колонии. Атака и защита муравьев-носителей увеличивается на 15, боевая скорость муравьев-носителей увеличивается на 60. Эффект навыка доминирования, ну, как обычно, 250. Если прокачать вот это, то атака и защита на 30 поднимется, а боевая скорость также останется. Потом идет у нас атака на весь отряд. Атака муравьев-носителей в отряде, спецмуравьев, спецмуравья увеличивается на 38%. Это все муравьи, которые есть, на 38% увеличивается атака. И также у нас вот этот навык, он дает у нас, если все три очереди состояли из муравьев-носителей, тогда с первого раунда урон навыков двух случайным очередям увеличивается на 60% в первые 4 раунда. Это очень хорошо, он очень хорошо вот этим бафает. На 60% увеличивает. И первые 4 раунда. Это тоже нормально, как бы считаю. Сразу улетел, засадил и ушел. Потом панцирь. Ну, панцирь, вы, если смотрите меня давно, сами знаете, что это мой фаворит среди генералов. Он мне всегда помогал, он вообще жестко у меня всегда прокал. Поэтому я всегда за него. Первое, что у нас? Я поднял ему звезду. Здесь у нас 20%, когда спецмуравей возглавляет очередь, это все знают. И вот добавилось урон муравьев-солдат в очереди спецмуравья увеличивается на 50%. Не особо заметно, одну звезду если качать, не особо будете видеть вы это. Но если вы прокачаете две звезды, это уже будет поприятней. Давайте обсудим. Здесь у нас, если не качать звезду, шанс 55% нанести 232 урона. 232%.
и плюс еще 125. Это получается 357% урона он наносит, если не качать звезду. А если прокачать звезду, он наносит у нас уже, получается, 457% урона. И шанс 55%. Вы сами понимаете, что это очень много. Он им будет очень нормально долбить. 457%, да, 457% нормальная тема, поэтому я его и взял. Ну и вообще на перспективе он очень хорош на звезды, если его качать. Будет очень интересно посмотреть, конечно, на 8 звезд панциря, но это не скоро. Так, что дальше? Третий у нас идет Джек. Джек тоже мне очень нравится, он очень стабильный генерал, это вообще пушка, а не генерал. Его, не знаю, так как у него прокают навыки, хоть кому-нибудь другому, и он бы был тоже божественный. Он просто нереально, все время дамажит, дамажит и дамажит, он не перестает дамажить. Кстати, ему тоже можно прокачать звезды, вот следующий я буду делать вот так. Одному 2 звезды, второму 2 звезды, третьему 2 звезды, а потом уже дальше пойду. И он будет у меня второй, кому я прокачаю 2 звезды. Так что Джек есть Джек. Также я сейчас как это объяснить, тестирую отряд. Вместо Бурчели я ставлю Зуба. Вот этот гигантский зубчатый. У него есть здесь эффект. Сейчас я вам найду. Ослабляющий эффект есть. Также здоровье он дает. Кстати, если здоровье прокачать, 25% будет. Так. Вот. Пятый навык. У него налаживает эффект немоты. Ну, тишины и немоты одинаково. Это говорится о том, что другой вражеский генерал, который на вас будет нападать, он не сможет... Сколько там? 2 раунда, по-моему. Секундочку. Так, да, 2 раунда он не сможет атаковать боевыми навыками. Вот что очень хорошо. Я его сейчас тестирую, не знаю. Пока тесты показали, что он не так уж и сильный. Ну, не так уж сало и срабатывает жестко. Так что посмотрим. Вот и все, друзья. Вроде рассказал о своем отряде. Пишите в комментариях, что еще рассказать. Всем спасибо, друзья. Всем пока. Подписывайтесь на канал.